Работа России – время возможностей. Под таким названием в Славянске на Кубани прошла ярмарка вакансий рабочих и учебных мест. Около 50 работодателей и представителей учебных заведений пришли на ярмарку, чтобы встретиться со своими потенциальными работниками и студентами. Подробности в следующем материале выпуска. Ярмарка вакансий «Работа России. Время возможностей» проходила по всей стране, в том числе и в Славянском районе. Работала она в течение 2 дней. За это время ее посетили около 2000 человек. Им было предложено около 1000 вакансий от более чем 40 славянских работодателей. Трикотажное производство «Белара» постоянно принимает участие в ярмарке вакансий Славянского центра занятости. И у нас необходимо набрать определенное количество швей для того, чтобы можно было больше выпускать трикотажной продукции, которая востребована и в районе, и в крае, и вообще в России. Мы встречаемся с потенциальными работниками, объясняем условия нашего труда, приглашаем на работу. Также в работе ярмарки приняли участие представители 8 учебных заведений, в том числе из Краснодара и Новороссийска. Выпускники школ могли пообщаться с ними, узнать об условиях обучения, о предлагаемых профессиях. Ярмарку посетили не только ребята из городских школ, но и из сельских. Я заканчиваю 9 класс в школе номер 39. Пришла сюда на ярмарку вакансий посмотреть разные профессии. Нам рассказывают, какие есть здесь учебные заведения, и я потом буду делать свой выбор. Сегодня найти работу с достойной зарплатой и хорошими условиями труда достаточно непросто. Для того, чтобы помочь безработным в этом нелегком процессе, Славянский центр занятости оказывает им самую разнообразную помощь. Начиная от поиска подходящей вакансии до предоставления возможности пройти переобучение и получить новую профессию. На ярмарке можно было узнать обо всех формах поддержки граждан, предоставляемых государством, проконсультироваться у специалистов Пенсионного фонда, Управления социальной защиты населения, военкомата. На каждой ярмарке у нас обязательно принимают участие наши социальные партнеры. Это и Пенсионный фонд, также у нас и социальная защита. Сегодня тоже мы совместно с социальной защитой работаем в направлении социальных контрактов. Это по трудоустройству. Они, будем так говорить, набирают свой ход. Люди уже знают о них, и мы их трудоустраиваем. Также сегодня в нашей этой ярмарке принимают участие представители военкомата. Сегодня мы знаем, что у нас идет военная операция. Ведется набор граждан по контракту. Так что у нас сегодня есть представители военкомата. Это около 10 заинтересованных ребят взяли информацию. И теперь будут непосредственно работать уже с военкоматом, проходить обследование и как бы на свою пригодность. Ярмарка вакансий открыта для всех, кто ищет работу. Для отдельных категорий граждан предусмотрены определенные программы по трудоустройству. В частности, для людей с ограниченными возможностями здоровья действует закон о квотировании рабочих мест. Граждане предпенсионного и пенсионного возраста могут получить новую профессию, а женщины в декрете повысить свою квалификацию. Узнать обо всех возможностях, которые сегодня предоставляются центром занятости, можно по адресу. Город Славянск на Кубани, улица Лермонтова, 207. Телефон для справок 4 00 47 4 00 67.